Привет, мои дорогие друзья! Большое спасибо, что комментируете мои видео. Сегодня предлагаю поговорить на тему, как остаться в истории. Все люди, с которыми я встречался, иногда я даже тысячи в день, хотят остаться в историю. Но что мы для этого делаем, каждый из нас? Конечно, чтобы остаться в истории, нужно совершить какой-то поступок, помочь очень многим людям. Но если посмотреть день за днем, что мы конкретно делаем, помним ли мы своих предков? Ну, бабушку, дедушку помним, ну, прабабушку, а дальше? Чем они занимались? Так же и мы, если мы даже своей семье, своим детям чем-то не поможем, чтобы они оставили тоже хороший след в истории, никак это не получится. Поэтому остаться в истории можно, конечно, и в глобальном смысле, но можно и в своей семье, в роду. И как это сделать, я написал в книге «Перепишите свою судьбу». И также я могу вас проконсультироваться, как реально остаться в истории. Просто контактируйте меня на сайте aviacademy.net. И не забудьте поделиться моим видео со всеми вашими друзьями, которым нужна моя помощь. Удачи вам, ваш Николай Карпалов.